Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега и кто-то. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем смотреть новых аниматроников, которые обновили разработчики. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Ну что, Серега, готов показывать нам классных аниматроников? Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать смотреть. Так, это у нас Фредди. С поломанной рукой, и у него вот проволока висит. Интересный Фредди. Кстати, смотри, у него внутри прям видно шар металлический. Это очень странно, но, наверное, так и должно быть. Но эти аниматроники... Это его укрепление. Да, ребята, если вам нравятся эти аниматроники, ставьте лайкосик и подписывайтесь на канал, потому что впереди очень много крутых. Чё он может? Он может ходить. Он может он бегать. Он может бегать. Проволока прям отгибается. Смотри, анимацию проволоки даже сделали. Идите-ки-колотите-ки, молодцы. Так, что еще? Он может быть... Он может пугать. Ах ты, блин, ты хоть предупреждай. Блин, если... Я предупредил. А, ну да. Ладно, сработало. Ладно, следующее. Сломанная той чика. А на контрол, если нажимать, ничего не будет? Ну, во, вот, и у Фредди вроде был на контрол, тоже какая-то анимация. На, кекс. О, давай. На. Какой-то кабаку невкусный. Тебе, а не кекс. На. Так, нет, не отдам, нога красная. Черная нога. Ходит, ходит, ходит. Бегать может? Во, быстро бегать может. Глаза у него одного нету. Выбил кто-то глаз. Так. Нифига себе ты быстрый. На, у тебя сколько? 10 тысяч из жизни. Неплохо. Мне нравится. В принципе, как и у всех. Да. Так, что-то долго очень исчезает. А, я не умираю почему-то. Бессмертие включено. Ну и отлично. Зато мы видим все скримеры. Ву, Бонька какой прикольный. У него что-то брови такие, я думал, это наши очки такие вверху отгибаются, закрывать шторки. Получается, это поломанный Бонни, у него тоже нет руки. И гитару по валу волочит. Одной ноги нету. Кстати, ты хромаешь как-то, обрати внимание. Тяжелая, да, гитара, наверное? Да. Тяжеленная. Ого, нифига себе, он мочит, гоняет здесь. Пошел, пошел, пошел. Звук какой-то конченый. А ну на контрол. О, прикольно, ты как будто выключился. А с контрола можно ходить или нет? Я вот хожу. А без контрола? О, так, кстати, у них даже анимация разная. Да. А на F он ничего не делает там? Звук издает. А на R? Моргает. Ты что он там делает? Короче, прикольно, красные глаза прям светятся так у него. Ох ты, едить, колотить. Новые скримеры все сделали полностью. Респект и уважуха разработчикам. Так, вот это мне нравится очень, марионетка. Походи, покажи, как она ходит. Это так смешно смотрится. Топ-топ-топ-топ-топ. Да-да-да, обычно она в воздухе, да, летает? Воу, а как ты так? На Ctrl нажал. Прикольно. А с шифтом? Ого, ты псих. Руки так вперед выставляет, хочет задушить. Ах ты, блин! Красава. Испугал, испугал. Есть такая буква. Воу, головешки. Оно может сидеть. Да ладно. Оно может... Это я на контрол сажусь. Ну, она как-то, не, скорее всего, не сидит, а лежит на челюстюхе. Ну, возможно. Блин, у них так много жизни, 10 тысяч. Ого, он ТП хоть сам. Он... Я на F ТП хаюсь. На F? Не на R? Да, на F. О, понял. Как-то непривычно. А невидимый, ну, можешь так... вставать? О, да. Круто. Кстати, тебя видно из фонарика. Оп. Да ладно. Чпонькс, чпонькс. Прикольная анимация. А ты можешь в невидимости исчезнуть и появиться другим? Попробую. Так, я вижу. Да-да-да. Только ты видимый сразу становишься, когда появляешься. Блин, классный Фредди, мне нравится. И морда его офигенная, просто крутая. Так. Это у нас другой. Теперь... Это не да. Голова уже, я понял. Че он может? Резко садиться. Резко садиться может. Резко тпхаться. Может тпхаться. Резко исчезать. Башкой дрыгать. Так, так, так. Ой, может исчезать. А, нет, он не исчезает. Я понял, у них как бы взаимопоменяемые. Голова или Фредька, может быть. Или голова Фредьки. Ах ты, жлоб! Я уже теперь буду ожидать. Ты что-то не ожидаешь, что ты меня будешь мочить? Так, обычный Фредди. Что он делает? Обычная стойка. Пошел, пошел, пошел. Давайте стоп-сон пропишем.
Пошел, пошел. Куда идем? Нифига себе он быстрый. И руку одну выставляет вперед, а другой машет микрофоном. А как ты так не ходя бегаешь? Что за баги? Это бывает, да. Понял. Во-во-во-во. У него, у тебя ролики. Это я на правую кнопку мыши нажимаю. Это вот ты Scrubbaby ролики украл и катаешься на них. Так нельзя здесь делать, было бы прикольно. Так, двойная челюсть, глаза стрёмные, уши шевелятся. Бум, да? Мне так нравится такая анимация. Эй, электричество давайте уже. Блин, классный Фредди. Который час? Фредди прикольный. А шапка где его? А, шапка изменила свое положение. Да ладно. Здравствуйте. Такой звук классный, скрипение, когда он нагибается за шапкой. И как всегда, неожиданный скрип. Да-да-да. Фокси. Что у нас Фокси? Рахита, может быть? Может быть, обычный Фокси? Челюсть у него такая прям голова как-то большая очень. Крючок себе может в рот засовывать. Ходит, ходит. Пошел куда? Опа, типа его слепят фонариком. Да не бойся, все нормально. Так, глаз один открывается. Повязку. Так, только за это меня, пожалуйста, не убивай. Мочи, мочи всех. Нет, а нет, может нет, он ТП, они видимы, может вставать? Нет. Они, к сожалению, все остальные аниматроники не могут. Понял. Бум! Да ладно, да как ты так прикольно делаешь? Какой это кнопкой? Батарейка села. Это на контур, да, ты нажимаешь? R. R, понял. Эй, не мочи меня. Я не хочу умирать. Не-не-не-не, блин. А, это же Фокси бьют на расстоянии, я помню. Ну, я живой, у нас так как бессмертие стоит, мы все живые здесь. Куропатка. Чикса. Куропатка. Воу, она раньше что, могла ползать? А ну, поползи. Когда ты Ctrl раз много нас нажимаешь, прикольно. Мы же музыку налажим, дискотека века. Так, ползла, ползла. Руки. Давай, давай. Хоп. Давай, давай. Двигай телом, отдыхай. Я знаю эту песню, все знают. Воу. Ребята, напишите потом в комментах, какой больше всех аниматроник вам понравился. И анимация, и скример, где самая топовая. Подойди ко мне. Но. Ко мне подойди. На тебе с ноги по морде. Двойное убийство. Так, ладно, ладно. О, кстати. Во, прикольный. Мне показалось, или у нее анимацию вставания изменили? Так. А ну-ка. Сейчас. Да. Да, другая была анимация. Так, что у нас Бонька может? Ложиться, вставать. Ну, ложиться. Падать. Блин, так классно падает. Анимация крутецкая. Электричество могут что-то там делать. Вставай, давай, на работу, пар. Прикольно. Он меня задушить хотел. Не-не-не, он не может так. Подстрашненько ему, да? Да. Бейте его ногами, лупаш, лупаш. Я текаю. Ах, не успел. Догнал, догнал, ладно. Я поддавался специально. Что у нас там еще есть? Вот этот мне нравится. Прикольный он. Такой прям пошарпанный весь. Может садиться на жопу. Приятно, да, когда разработчики делают пилпаки, а потом их дорабатывают? Они просто стоят лучшими из всех. Это пока есть лучшие пилпаки. Может, как Shadow Spring Trap. Помнишь Shadow Spring Trap от Димаса? Да, покажи. Смотри. Из-под земли появляться и исчезать. А, и ты можешь прям двигаться, да? Потом вылазить да. Не хочешь. Круто, да, сделали. Да, могу за твоей спиной вылезти. Оп. Вот. Есть такая буква. А он может падать? Телепортироваться. Нет, падать не может. А, он только может... Только садиться. На... И то резко как-то садиться. На меня! За лупашу. Меня даже задел. Я был далеко, меня тоже задел. Угу. Я испугался. Не бойся. И последний в этом... Давай. Паки эндоскелет. Так, мне кажется, его не улучшили. Он такой, как и был, такой и остался. Только изменили анимацию ходьбы. У него ходьба раньше была прям быстрая-быстрая такая. Нет, мне кажется, то же самое стало. Да? Я потом посмотрю ролик никогда. Свой старый и сравним. Так, это было. Пугай.
Мне кажется, он меньше роста. Ой, больше роста там стал. Был меньше размером или такой же. Тоже не тот. На меня! Замочил. Я испугался. А он может сквозь землю пролазить или, не, или невидимым вставать? Нет. Просто вот такие конченые так. Звуки, да, издавать? Да. Звуки. Так, ну на этом этот пак заканчивается. Так, следующий пак у нас идет Фу ППР 2 ТЕ. Вот, это мне Бонька Той очень трап. Нравится. Той трап, Бонька, говорю. Годы работали, у него не было такой ходьбы. Офигенно, точно... просто респект. И прям, знаешь, сюда. За шею как будто можешь схватить. Она быстро. Розбийник. Вышел. Беги, беги. Блин, ты меня жопа убил. Так нечестно. Поймал меня. Жопа убийца. Так. Не, он всего лишь только пёрнул. А он быстро бегает на шифт? Быстро. Реально круто. Может тпхаться. Так, 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 я вижу, тпхается. Головой в потолок может тпхаться. А контрол у него работает, контрол? Да. Контрол, получается, у всех в этом паке работает. Просто садится и сидит. Ой, это ты звуки издаешь? Да. Такие непривычные какие-то для аниматроника. Кстати, эй, да. Ты куда тянешь свои руки? О, прикольно. Как говорить? Коль тяпку убрал. Быстро. О! Голд Фредди. Походи немножко. А чё он как инвалид? Чё он такой медленный? 10 лет спустя. Да-да-да-да-да. А на шифт, наверное, бегает как псих. Побег. Бегом. Да как? Это законно? А на контрол у него есть кто-то? Может. Так, невидимый. Видимый тпхается, не тпхается. Дополнение к золотому этому Боньке. Он тоже может тпхаться и ставать невидимым, как гол. Это ты? Ах ты, блин. Музыка такая атмосферная очень играет, крутая. Так, стоп саунд. О, застенчивый такой, прикольный. Какой-то жирный он. Он тоже медленно ходит или нет? Опа, и глаза в сторону смотрят. Так, 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 пошел. Та-ра-та-та-та-ра. Ха-ха, такой походняк. А я иду, иду на работу в пиццерию. Ха-ха, прикольно идет. Воу. Все, он злой. Беги. Ух. А ты это один и тот же, или ты другого взял? Нет, поменял режим. Понял, у него еще режимы есть. Классный походняк. Чем-то напоминает Лефти. Так, ожил. Воу, прикольно, здорово, как дела? Чпоинкс, выключился, пошел, пришел. Воу, музычка прикольная у него играет. Они между собой очень похожи, да? Но вот отличается и походняком, mm-hmm. и анимацией. Это о, смотри, это утром он. Добрый такой, здрасте. Так. А это вечером уже. Да ну нафиг. Красавчик, язык такой красный у него, вообще жесть. Так, о. Это у нас... Манглиха. Той Фокси. Ну или просто Мангл. Эй, ты чё на меня крючком тыкаешь? Я свой. Какие-то жесты показываю для глухонемых, что ли? Так, я пришла, ушла, стала злой. О, прикольно, на коленках, да ладно? Прикольно. Полезла, полезла. И зубы такие острые очень. Нифига себе ты псих. Так, так, так. Побежал, побежал, побежал. Куда бежим? Зачем бежим? Блин. Так на расстоянии. Ребята, мы хотели в этой серии показать всех аниматроников, но их очень много, все обновили. Если вы хотите в следующей серии еще такую рубрику, ставьте лайкосики, пишите в комментариях. И, друзья, ну что ж, если вам понравился этот ролик и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!